Приветствую, дорогие друзья! Художник Дэвид Ирвин не привык думать, как все обычные люди. Его необычный взгляд на вещи привел его к тому, что он покупает картины в комиссионных магазинах, на барахолках и блошиных рынках и дорисовывает их на свой вкус. Обычно он добавляет в эти никому не нужные произведения искусства персонажей поп-культуры, таких как Дарт Вейдер, Кермит и Зефирный Человек. Получается очень свежо и необычно, а главное, что это принесло художнику популярность в интернете.